Сегодня у нас не получилась игра, не получились те моменты, о которых мы говорили, которые мы тренировали в течение этого цикла. Неплохо мы начали игру, достаточно неплохо перемещались, контролировали, в принципе, пространство, контролировали соперника, но некоторые моменты мы перестали доигрывать, и начались опасности возле наших ворот, которая приводила к стандартному положению, в общем, с которого мы пропустили первый мяч. И затем, пропустив второй, 2-0 после первого тайма, достаточно серьезное отставание. Тем не менее, мы хотели изменить игру, хотели выше встречать соперника на чужой половине поля. В втором тайме в нескольких эпизодах это удалось, совершили несколько перехватов, но не проводили достаточно четко быстро атаки, которые могли бы нам позволить создать остроту и забивать мячи. В целом, если подводить итог, конечно же, мы недовольны сегодняшним результатом, и не только результатом, но и качеством игры. Если в прошлом матче с Рязанью мы какие-то моменты увидели положительные, хотя и много было эпизодов возле наших ворот, то сегодня этих моментов было меньше. Сегодня мы просели в организации, как показалось. Конечно же, нужно еще проанализировать матч. Показалось, мы сегодня просели в организации, плюс игроки сегодня, несколько футболистов сыграли ниже своих возможностей. Есть ли прогресс в атакующих действиях? Нам тяжело сейчас говорить об атакующих действиях. Мы мало владеем мячом, мы мало контролируем его. Наша задача достаточно организованно действовать в обороне в первую очередь, и затем работать в быстрых атаках и при стандартных положениях. Пока мы не говорим о позиционном нападении, нам сложно это делать, но со временем, я думаю, что мы и в этом компоненте прибавим.